искренне потрясен, честно могу сказать, тому, с какой теплотой, заботой и вообще в целом, с каким подходом вот все, что мы видели, реализовано. И центр, конечно, просто уникальный. И мы надеемся, что мы это уже обсуждали с коллегами, что мы должны приложить максимальные усилия для того, чтобы найти вот эти точки соприкосновения для реализации совместных проектов. Однозначно, это, наверное, от лица всех наших коллег. Я бы хотел в первую очередь пожелать успехов руководителю центра в реализации такого серьезного проекта. И потом сказать, что мы будем максимально содействовать, чтобы как-то эти отношения складывались эффективно. Поэтому спасибо вам огромное, и вот мы точно искренне потрясены увиденным подходом, чистотой и, самое главное, вот той заботой и к людям, и ну, это просто низкий поклон.